критика, ваша оценка для нас имеет самое важное значение, потому что именно обратная реакция с производством, именно совместная работа с производством дает нам шаги вперед, обеспечивает более высокий урожай в нашем крае, за пределы нашего края. Вот известный ученый Майя в 20 веке, оценивая результаты селекции, сказал, что селекция достигла таких высоких результатов, что он считает, что невозможно дальше их превзойти. Но вот коллектив наш, мы представляем данные не наших урожаев на наших делянках, а урожаев в нашем крае. И если вы посмотрите, то за 22 года урожайность увеличилась на 23 центнера зерна с гектар. То есть, можно сказать, на 150%. Ну и, естественно, урожай высокий, все мы знаем, все мы гордимся этим, сельхозтоваропроизводители, селекционеры, высоким урожаем в нашей стране. И вот нам всем очень приятно, что наш президент Владимир Владимирович Путин сказал, что высоко оценил работу аграриев в целом, и в частности он отметил работу селекционеров по зерновым культурам. Благодаря разработкам российских ученых мы обеспечили свою независимость по семенам пшеницы. И он сказал, что специалисты подтвердят, насколько это критически важно. У России должен быть весь набор собственных передовых агротехнологий, доступных не только крупным, но и небольшим хозяйствам. Это вопрос практически национальной безопасности. Конечно, нам это очень приятно, и мы хотели представить вам, что в нашем крае сегодня Владимир Андреевич сказал, что у нас урожай, валовый сбор зерна достиг более 15 миллионов тонн, пшеница 10,5 миллиона тонн, а урожайность 67,4 центнера зерна с гектара. И все это благодаря тому, что, видите, селекционный пирог здесь, и все это сорта, созданные в нашем институте, нашими селекционерами. И, конечно, нам это очень приятно. Основные причины, которые заставляют селекционные программы работать более эффективно, это спрос на продукты питания, увеличение народонаселения, глобальное изменение климата, глобальное изменение технологий в отдельных сельскохозяйственных культур, серьезные изменения в уровне культуры питания. Все это заставляет увеличивать валовые сборы зерна и работать также и на качество зерна. Если посмотреть даже три южные области и края нашей страны, то вы увидите, что Краснодарский край, Ставропольский и Ростовская область имеют много климатических зон. Именно сегодня мы не можем предложить один сорт миллионник, который даст во всех зонах, под зонах великие урожаи. Только набор сортов, мозаика сортов может обеспечить достойный урожай. Поэтому ежегодно наши селекционные программы создают и передают государственное сортоиспытание, новые сорта, которые именно точечное их использование. И прецизионное использование, как мы говорим, каждому сорту свое поле. И вы видите на этом слайде большое количество сортов, которые районированы по всей стране, в разных зонах нашей страны. Сорта кручки, сорта яровые, сорта тридикали, которые допущены, можно сказать, по всей российской территории. Кроме того, если карту посмотреть, то можно сказать, по всей российской территории. Кроме того,
сорта нашей селекции проявлены во всех странах, бывших республиках Советского Союза, и они там возделываются, и нам сегодня очень приятно, что наши коллеги из других стран приехали к нам сюда на День поля. И ежегодно, если посмотреть, ежегодно мы создаем, ежегодно районируются сорта нашей кускомиссии по сортоиспытанию, которые отличаются разным отношением к предшественникам, сроком сева, обеспечивают урожайность за счет разных элементов структуры урожая, то есть отличаются разным, и они компенсируют друг друга, подстраховывают друг друга. Если посмотреть по группировке сортов по продолжительности селекционного периода, то вы увидите, что мы сегодня создали сорта 5 групп спелости. Начиная от Кубани, которая созревает в июне независимости России 12 июня, и заканчивая сортами, такими как Эмма, Федор, Дуплет, средний и поздний сорта. То есть только набор сортов, только мозаика сортов, только системы сортов могут дать и увеличить высокий урожай. Сегодня, когда мы достигли таких высоких результатов, нет мелочей. Мелочей нет для повышения. Каждый новый шаг в увеличении урожая дается с трудом. И поэтому мы стараемся облегчить вам, товарищи, коллеги наши из производства, облегчить этот путь путем создания сортов, которые могут в разных микрозонах давать высокий урожай. Это не только мягкая пшеница, это твердая, широзерная, это полба, это тритикалия разного типа развития, озимы, грудочки, яровые. И здесь в 2023 году впервые включены новые сорта. Вы сегодня их увидите: Изабель, Кольчуга, Песня, Победа 75, Данка, Кулич, Гольфа, Ява. Кроме того, переданы в результате наших научных исследований, переданы в государственное сортоиспытание такие новые сорта, как Донбасс, Новна, Дюна, Шлем, Торба, Жеф, Копье, Защита и так далее. И мы работаем вместе со многими научно-исследовательскими институтами нашей страны и зарубежными институтами. И вот эта целая серия сортов, которую мы создали совместно с этими научно-исследовательскими институтами и селекционными фирмами. Сегодня наши сорта в нашей стране занимают площадь 8,7 миллионов гектаров. Конечно, это очень большой процент. Южный федеральный округ, Северокавказский, центральный округ. Если взять центральный округ, центрально-черноземный регион Российской Федерации, то только Белгородская область сеет 91,5% занимает нашими сортами. И в целом по пятому региону 61,3% занято сортами наших селекций. Наша стратегия селекции, она всегда, на всех этапах, начиная с нашего основателя нашей научной школы Павла Тимоновича Лукьяненко, это, естественно, высокая потенциальная урожайность. Она стоит на первом месте. Но в то же время, когда мы создаем сорта высокоурожайные, но они проваливаются по качеству зерна, они долго не держатся в производстве. Поэтому урожай качества является основополагающим. Высокая способность к адаптации в разных агроэкологических условиях. Диверсифицировано качество урожая зерна. Эффективное использование средств интенсификации. И способность наших сортов к средоулучшению. А у нас сегодня на производственнике говорят,
что когда мы убираем, допустим, ваш сорт дром, комбайн прошел, салон измельчил, поле готово к посеву пожневной культуры. А дальше это одновременное создание полиморфной линейки сортов, позволяющих внедрять производство мозаики, различающихся продолжительностью эволюционного периода, вкладом элементов структуры урожая, влажаемость, реакция на предшествие и так далее. Мне хочется сказать, что сегодня редко встретишь хозяйство, которое бы село один сорт. Таких я вот не знаю. А кто сужает структуру сортов, то, как правило, потом кусает себя за локти, потому что недополучает урожай. А мы широко работаем по устойчивости, генетической защите пшеницы от болезней. Это и вирусные болезни, завёз колоса, которые являются очень страшной болезнью. И создали целую серию сортов устойчивых к заразе колоса. У нас, можно сказать, одна из самых передовых и лучших в стране структур по паспортизации сортов, которая позволяет нам давать паспорта сортам. И мы на выходе сорта из государственного сортоиспытания предлагаем вам, где сорт должен размещаться. Когда, по какому предшествию, по какое время и так далее. Пример, здесь пример агроэкологического адреса сорта Победа 75. Вы знаете, что в нашей стране пшеница озимая и яровая занимает 29,5 миллионов гектаров. А в том числе вот озимая до 18, в зависимости от погодных условий. И ежегодно в Российской Федерации используется, видите, 3,5, примерно 3,3 миллиона тонн семян озимой пшеницы, около 3 миллионов яровой пшеницы. И поэтому наша система семеноводства, она направлена на имеет преадаптивную направленность. Сегодня мы занимаемся не только создаем, мы ведем семеноводство по 107 сортам разных культур. Конечно, я думаю, ни одна мировая фирма селекции не может похвастаться вот таким количеством сортов. Производим большое количество семян, оригинальных, элитных, и благодаря новым методам генетического анализа, электрофорезу запасных белков и так далее, мы получаем высококлассные семена, которые расходятся по всей нашей стране. Вы видите здесь, наш отдел сегодня представляет сложную структуру, где селекционные программы соседствуют с генофондом, лабораторией иммунитета, вот я сказала, паспортизация сортов, маточная оригинальная семеноводство. Сегодня я бы сказала, что... Да. Сегодня говорили о кадрах, и я хочу сказать, что мы в отделе стали создаем кадры. Конечно, мы должны сказать большую благодарность, нашему аграрному, Кубанскому аграрному университету, но я бы хотела сказать, что к нам приходит молодежь из колледжей, и затем они учатся в аграрном университете, затем поступают в аспирантуру. То есть вот сегодня у нас много молодых, которые мы сами готовим. И я хотела бы сказать, что, понимаете, кто очень гордится своими достижениями, любыми, будь то в селекции, в любой науке, в любом производстве, кто загордился, тот умер. Или, как сказать, отстал. Поэтому то, что нами создано, это
для вас, на ваши поля. А мы все в будущем, мы работаем над будущим, над сортами, которые будут возделываться в 40-х годах нашего века. Поэтому будущее будет за теми, кто сможет его представить, спроектировать, построить. Будущее не ждет. Будущее можно придумать и воплотить в жизнь уже сегодня, если мы с вами будем очень хорошо работать. Спасибо большое.